Хочу представиться. Я Уилл Ньюман. Ну-ка, отошли на 1.5 метра друг от друга. Вы же знаете правила. Поняла. Ты из тех, кто нарушает правила ради призрачной иллюзии контроля. Угадала? Возможно. Какой крутой. Не могу не согласиться. There's no room in war. Привет, мир. Мои легкие теперь функционируют лишь на 35%. Людям с фиброзом нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1.5 метра. Во избежание обмена бактериями. Ничто не спасет нас, Стелла. Мы ходячие мертвецы. Нет, я отказываюсь в это верить. Покажи свой курс. Что это? Чокнуться можно. Baby, so все таблетки будем пить вместе, чтобы я знала, что ты не халтуришь. Baby, ты просто жить без меня не можешь. Да, Стелла? Значит, ты в кои-то веки запала на парня, а он с той же болячкой? Люблю видеть тебя таким. Каким? Веселым. Почему мне нечего надеть? Да, к свиданке в больнице ты не подготовилась. Ты такая красивая и смелая. Я хочу коснуться тебя. Будь осторожна. Не ближе 1.5 метров, ясно. Подхватишь инфекцию и можешь забыть про свою операцию. Мы не такие, как все. Нам нельзя рисковать. Все это время я жила, чтобы лечиться. А не лечилась, чтобы жить. Но я хочу жить. Я хочу быть с тобой. Но не могу. Болезнь столько всего отобрала у меня. Хоть что-то отвоевать обратно. 0.5 метра. Всего на 0.5 метра ближе. В метре друг от друга. Смотрите в кинотеатрах с 1 мая.